Вячеслав Федорович, добрый вечер. Я знаю, что хотел. Уверенный в себе, прежде всего, человек, который руководствовался национальными интересами. Но, конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать. Если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться. Не только депутатам, а всем, кто смотрит. Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы российско-иранские отношения продолжались именно в таком ключе. Передайте, пожалуйста, эти слова руководству Ирана. И если